Так, побежал, 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 побежал слепый. Погнал, погнал! Уехал! Погнал, да куда ты сковал? Да, можно. Ой, все, пизда, походу. Ультил. Вань, ну что страшного? Ванек, покраснел. Ванек, покраснел. Дай Рафаэлке им разнам. Ванек, кому? Вот этим девочкам. Да не, это неинтересно. В смысле, они возьмут по-любому. Да пошли в пизду, блядь, эти девки. Честно, Ваня. Опять что-то предлагают. Все, в пизду, сами раздавайте. Меня. Все, Ваня, травма, давай. Оп. Да пизду куда? Я думал, к Ваньку уйдет. На лучше мальчик. Да пизду, куда? Давай, надо их постарше. Сами раздавайте. А я знаю, кому я отдам. Мы отдадим на аттракционах, и нам дадут с телефоном. Блин, жалко, что меня не слышно будет. Я хочу сказать, девушка, чего вы грустите, кисенька маленькая, мокренькая, давайте я вам помню. Она поняла, что мы не говорим. Да, да. Уходим. Туда мимо. Валим. Вон, мальчику надо. Давай, Ваня. Пацаны. Блин, ну... Они не все будут, типа, по-любому врать, потому что она... Да! Она маленькая, блядь, а я... Смотри, Ванёк, сейчас. Дай. На тебе. Спасибо. У меня тоже тикток есть. Дай мне. Дай. Оп, сейчас, блядь. Вот, фотосессия. Фига там ракурс. Маша вообще плохо, по-моему. Пока. Ваня-то Маша вообще потеряна какая-то. Маша, блядь, под стружкой. Похуй, сам себе конфеты сожру, блядь. Пошли в сабельный парк. Мне понравилось, как Ванёк очень хотел конфетку этой девочке. Дай. Просто спиди у меня её нахуй. Ванька, чисто все заигнорили. Все заигнорили. Иди вон. Да. Здорово. Давай. Диман, просто милая улыбочка и все. Давай, Диман. Блин. Ща. Да не, Оля пусть там стоит. Ультил. Смотрите, одна попробовала открыть, теперь вторая. What the fuck? Пиздец, я слабая. Я Годзилла! Давай, Диман. Пойдем. Давай. Вон, давай, я сдалека, чтобы никого не... Зачем вместе подойдем, смотри. Не, давай ты. Пойдем вместе. Не, давай ты, Диман. Я больше никогда в жизни не подойду. Она, знаешь, что сказала? У меня вон муж стоит. А что я тебе предлагал? Помощь при чем, блядь? Я не знаю. Так
нечестно, блядь, ее все знают. Ванек, ты вообще медиамолекула. Ванек, ты просто медиамолекула. Чел, тебе только что сказали то, что... Чел, у меня из двух один, а у тебя из двух ноль. Ну что, я бала? Чего? Может, конфетку предложим? Ванёк. Все, больше не буду раздавать, меня узнают. Я узнаю? Чего ты ржёшь, блядь? Блядь, у меня чат аж завис. Давайте какого-нибудь дедушки. Ну, он пьяный, не садится. Давайте реально какого-нибудь дедушки или бабушки, давайте. Дедушка не поймет, я думаю. Да, мне кажется, дедушка не поймет. Нет, люди, так мы туда идем. Подожди, а мы хотели на колесочек, мы его прошли. Да, я не знаю, я не пойду сюда. Ну, не там просто людей много. Там много людей и типа фульти. Мне кажется, мы просто так походим и ни на одном не покатаемся. Нет, реал туда надо идти. Реал. Тебя там не вырвет. Меня вырвет. Амин, посмотри на катапульту, он висят. Как будто люди орут какие-то маленькие. Тогда это... А, это не люди орут? Это не люди орут. Я думал, там у человека... Это скелет поднимается вверх. Я говорю, она старая. Просто они видят мой огромный кулак и думают, что я хочу типа въебать, а я конфетку хочу дать. Я хотела попить. Да, я попью. На, попей. Ты подержишь?